Древний город Херсонес-Таврический, открытый греками еще в V веке до н.э., считается самым величественным памятником по сей день. Не только в Крыму, но и во всем мире. А еще он объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Такие памятники нуждаются в особенно тщательном уходе. Студенты СИВГУ это понимают и готовы помогать. Ну, безусловно, важно сохранять это как память прошлого, чтобы наши будущие дети, внуки знали нашу историю, тем более Херсонес – это древнейший памятник. Реставрация – это вообще очень важное и необходимое направление вообще работы, и его необходимо развивать, и поэтому сюда позвали очень большую группу волонтеров, чтобы мы осознали важность этой профессии. Все основные работы выполняют специалисты. Студенты только помогают, но тем не менее получают бесценный опыт и теоретические знания, которые, несомненно, пригодятся им в будущем. Нам рассказывали множество информации вот о реставрации, там камня, например, древесины, металла. Вот. И сейчас еще в библиотеке нам рассказывали, как работать с книгами. Тоже очень интересно. Для волонтеров наследия это не первый подобный опыт. Они уже работали в балке Бермана и на Севастопольском участке Римской дороги, рядом с которым сейчас строится новое фондохранилище музея. В рамках практической сессии они прошли подготовку и обучение в школе волонтеров. Они работали на археологических раскопках, помогали уже опытным археологам в их деятельности. Были даже какие-то знаковые находки. Это серебряное кольцо, также керамика, которую в дальнейшем как раз четвертая практическая наша группа от Севастопольского государственного университета обрабатывает полученный материал и готовит для приема уже в музей-заповедник. Сейчас волонтеры в основном готовят найденные для музея экспонаты и помогают очищать книги с помощью специальной обеспыливающей машины в библиотеке. Работники музея признаются: ребята молодцы. Ребята молодцы, они успешно справились со своей задачей, приобрели навыки работы с библиотечным фондом. Я думаю, что это тоже пригодится им в будущем. Вот на данный момент ребята обработали 768 книг. Эта смена заключительная, она продлится дольше предыдущих. Все реставрационные работы закончатся в конце месяца, и ребята снова вернутся к своему обучению в университете. Валерия Окунева, Илья Косенков. Новости Севастополя.